Ну, папа. И иду к тебе. Так, пока не устанцию перемещения, забегу домой быстренько. Сладкая вата, пойду положу на полку. Распаковка. Я распакуюсь. Большое влажное яйцо. Ой, там, наверное, крутой. Я хотела его. Пал. Чёрт, арбалета синего. Пал вылупился. А, говно. Синий арбалет сделай нам, Давай. плиз. На чертеж. Или давай я сама сделаю. Без разницы. А, на оружейке или где это делается? Я пока с чертежами работаю, поэтому без понятия. Арбалет синий, нужно гвоздей 15. Сейчас сделаем. 30 делай, нам же два арбалета надо. Надеюсь. Держи под тело, боже. Надо иногда вставать. Нам в магаз надо идти за чипсеками вкусными. Ладно, давай я одна схожу без проблем. Пол третьего. Пока время, да. Так, гвозди, значит, делаются. А, вот. Три одинаковых конвейерных ленты. Ничего не создается. Ну как быстро муку пошли делать. Вот сразу трое прибежали. Да никакой ёж. Молоко. А, это я, наверное, с коровы добыла. Я добыл. Стейк из мазарины. Максимум. Блинчик. Вот. Я, короче, им теперь бутеры, ну, вот эти хлеб с вареньем делаю и закидываю в эту в кормушку, потому что оно как бы, ну, рассудок лечит, нежели обычные ягоды. Нормально. Возник забрал. Как дела у ребят? А, я хотела альпаку сюда запихнуть новую. Да не ты. Так, все, гвозди есть. Бегу. Да блин, да... дайте подойти. Блин. Вместо тебя пойдет. Альпака! Скорость работы 105. Нифига себе, альпака. Мастеровитый. Ну-ка. Мастеровитый, значит, скорость работы плюс 50%. О! Слушай, а если, например, взять альпаку и скрестить с кем-то, кому нужна скорость работы, может быть, и вылупится нормальный чел и перенесется мастеровитый к нему. Ну, короче, надо попробовать будет. Попробуй просто, да. Блин, для того, чтобы экспериментировать, нужно 3 миллиона инкубаторов. Потому что они так долго делают все. Поставь еще один. Ну, у нас 3. У нас два инкубатора. Да, то есть два у нас. О, они тут наделали нам. Блин, молодцы какие. Как я не горжусь, я им хочу сделать кроватки. Они там работают за десятерых, а спят на говне. Так, через 10 секунд это большое яйцо тьмы. Ой, а можно я его распакую? Давай. Распаковка. Я сейчас засуну в это другое яйцо. Значит, распаковался, знаешь кто? Катрес. Ну-ка, Катрес, давай посмотрим, какой там Катрес распаковался. Может, там какой-то Убер Катрес? А у меня, кстати, пингвин большой распаковался. Что я?
Блять, я не понимаю, что при вылуплении из яйца должно у них быть, ну, нормом. Короче, что должно быть крутым? Типа при... написано было, что при развитии... Ну, короче, супер-убер-мега-гига-крутые ребята распаковываются только из яйца. И где, блядь? По-моему, такое же дерьмо, как и на воле бегает. Знаешь, что умеет ученый доктор? Чего? Ничего. Он умеет на единичку долбить дерево. А что за телеклевок? Это атака? Да, это он... Телеклевок. Он, короче, портует. Сейчас посмотрю, что он умеет. Кстати... После активации направляется к выбранному врагу и атакует его мощным призрачным штурмом. Mm. Кстати, силарай, вот эти вот водяные скаты, которые летают, они тоже могут быть глайдером. Глайдером, угу. Точно. Когти во тьме. После активации... А, вот они у нас знали. Халтурщик. Ой, ты первый на в эту продажу пойдешь, чувак. Мистер Мускул. Атака плюс 30. Скорость работы минус 50. И покров ночи сесть на стойкость. Это темный урон, сокращение номинального банкри. Любитель загара. Седло. Альпака. Корова. Корова только в загоне сидит, халтурит. Эта штука тоже в загоне сидит. И дает сладкую вату. А, я пойду туда ее отправлю. Вот сюда ее отправлю, чтобы она здесь сладкую вату... Боже мой. Чтобы она здесь сладкую вату генерила. Вместо катауси. Этот Робин Квилл, у него пассивка, сражаясь вместе с игроком, увеличивает наносимый ему урон по слабым местам противникам. Короче, криты будут больше урона наносить. Робин Квилл... А, я поняла. Я вот тут пыжится. Молодец, пышься. Пала, кроватка, инфраструктура. У меня такое ощущение, будто мы вот этот оазис поставили только для вот этой лавандры, блин. Вот как не бегаешь, она здесь и отдыхает. Да, кстати. Это... Чё? 5 умножь на 15. 75. Поставь, пожалуйста, 70... 80 гвоздей. 80 гвоздей. И все, пока что. 80 гвоздей. Сейчас. Я просто хочу им кроватки поменять, а то они спят на говне. Хотя работяжки. Роботяжки. 80 гвоздей и... Нужно будет 10 на 15, 150 тканей поставить. Так, ты там гвозди, да, поставила? Поставил, да. Жаль, нельзя в очередь ставить здесь. А, ну оно быстро делается. Ладно, пока делается. Да. Сейчас еще ткань сделаю. Ткань. У нас здесь сколько ткани? Ткань 16. Блин, надо миллиард. Ладно. У нас древесина кончается. Я там поставлю древесину, не здесь. Ладно. Хотя я бы, конечно, поставила третью базу для дерева и камня. Понимаешь, да? Угу. Что сделали? Еще себе жесткие ребята. 50. Давай вот так. Ткань. Делаем ткань. Нападение, блин. Да какое нападение? Бить не палы. О, это вот эти вот олени бегут.
бешеные. И динозавра. Помогите! Ого, ого, ого. Блять. Так быстро у меня Бристро умерла. Они жесткие, блин, пипец. А, у меня только 120 хп. Они же нам не разнесут здесь ничего. Они сначала эти... Все, по-моему, наши разобрались. Они сначала палов убивают? Да. Блять, они, по-моему, все подряд убивают. Ну, здание, по крайней мере, не поломано. Хотя нет, чуть-чуть поломано. Ну, кроватки чуть-чуть поломаны. Ну, блин, мне впадло их чинить. Это так долго, муторно, еще и не полностью чинится. Так, 80 гвоздей. Взять дерево 3 миллиарда и волокна. Нам леспанк еще нужен? 150. Леспанк? В смысле нам? Ты хочешь его куда-то убрать? Ну вот здесь 31 уровня, ну вот эти. Леспанк? Ну и, да, нет, сейчас, блядь, подожди, не знаю. Забей, не надо. Хотя мне вот просто чтобы в этом отобразился. Так, ты что, нахренел? А нет, смотри, взяли отвертку. Вот челик взял отвертку и... Пошел чинить? Нет, и пошел ее класть обратно. Я не понимаю, порой. И, короче, по идее, они должны чинить. Просто, ну не ты же, блядь, этим заниматься будешь все время. Так, раз, два... Да кто опять, ну, блядь, не бегает? Где? Не, уже нигде. Всё. А почему недостаточно у тебя? А, потерял. Ну, вы будете теперь что-то делать? Ты чё сюда пришел? Я уголь. Я уголь. Побить. Зачем тебе уголь? На будущее. О, я не хотела эти штуки поставить. Ладно. Поставим. А, какой я смешной, смотри. Там сладкую вату даешь? 6. Ну, стругал сладкой ваты. Я не могу вот так сделать.
от... Вызвать челика своего, чтобы он помог. Жесть, как долго кровати делать. Мне, что ли, заняться этим? Ну, там, видимо, каждый по одной делал. Ух ты, какой. 11. Волипоп. Волипоп, волипоп. 12, 13. Блин, 14. Блин. Дайте кто-нибудь дерево. Че, неужели топор придется брать в руки? Конечно же, дом дерево. Дома осталось 600, по-моему, дерева. И что? Вообще насрать. Сейчас я там поставлю деревяшку, все будет нормально. У нас будет снова 3 квадриллиона дерева. Там до 2 комнаты. Сюда и сюда одну. Все. Видите? Счастливо. Это мы забираем. Это не тебя. Короче, я поняла, почему маленькие ящики лучше, потому что, блядь, в них никто не застревает. В отличие от этого странного контейнера. Опять там кто-то на нем сидел. Уродливого. На нем сидел сейчас кто-то? Нет еще. Так. Арбалеты. Да. Делаю 2 арбалета нам. Синих. Ой. Делаю. Прям сразу 2 можно было поставить? Да. А, точно, чего. Ого, как долго делать. А можем. Я очень надеюсь, что он... Смотри, какой-то денджер остался. Ха. Чё ты надеешься? Что он будет лучше, чем... Наш. Но он синий, у нас обычный из говна, а этот синий прям, арбалет. Вот бы у него эта скорость перезарядки была 10 раз больше. Но, к сожалению, у него, скорее всего, урон и прочность будет. 15-я. Смотрим. Итак, значит, да, атака у него в 2 раза больше, и прочность у него в 1,5 раза больше. И все. Не, ну в 2 раза больше это тоже круто. Ну, круто. Там в 1,6-7. Ой, помочь надо. Короче, изучать самому, наверное, смысла нет, как будто. Атака? Не, эти, оружие. Проще... Ну не факт, вот не найдешь, и что ты будешь ходить бомжевать? Вот, например, я нашла чертеж на все брони, но нам эти брони не нужны, потому что я на железную броню ничего не... Вот видишь, здесь у нас... Так, а старый арбалет просто уничтожить? Старый? Я бы просто уничтожила. Да, удаляю. Удали. Я тоже удалила. Удали. А куда у меня пистолет делся? У тебя был пистолет. Еще не будто он выложился. А выложился, наверное, потому что ты его, наверное, выложила, и я не заметил. Я? Нет, у меня пистолет в руках. Мне зачем выкладывать? Где патроны делаются? В ружейке. В ружейке? А, ну у меня не выкинуло никаких патронов. Где патроны сделать? Да, если можно. Можно сейчас, я просто взял свой пистолет, найду. Так, так. Лакмы нам пока не нужно. Mm.
Или а куда у меня пистолет делся? Выпал, что ли, как каким-то неведомым образом. Так, ладно, ты где? Дома. А, все, вижу. На патроны. Раз у меня пистолет пропал, то на патроны. Блять, я в этом месте. 158? Это ты для себя столько сделал? А я хожу, блядь, с нулем? Так я и ты даже не предложил мне? Так я ими не стрелял. Я стреляла и много раз говорила, что я хочу себе нормальный, ну, вот это, просто огнестрелом, блядь, пользоваться. Нет, это я и понял. Ты зажал и даже не сказал, что у тебя... Ты типа, хочешь сам, нормальным, блядь, или нормальным? Да любым вообще, просто огнестрелом. Меня задолбала перезарядка, блядь, по 10 лет. Типа сам, короче, не пользуется и людям не дает. Так я и не знал, и не понимал, что у тебя именно патронов нет. Я думал, что тебе просто пушка новая нужна. Блин, Рилли, куда он пистолет делся-то? Здесь ничего нету. Я вот тоже по всем ящикам уже прошел, ничего не нашел. Наверху нету ни в одном ящике. Ну ладно. Не помню, чтобы я что-то выбрасывал из именно прям. На другой базе нету. Откуда вниз? Я такой просто смотрю, у меня арбалет здесь не смотрел, но вот. Что такое? Короче, можно продать торговцу с высокой ценой. Просто за деньги. Зачем ты свое яйцо таскаешь? Яйцо? А, блин, я не увидел. Цвета трусов. Помню, у меня такие трусы были в детстве. Осуждаю! Ты осуждаешь трусы? Ты же извращенец. Ты хочешь, чтобы... Извращенец осуждает. Хочешь, чтобы люди без трусов ходили? Ну, все понятно. Как бы... Брончери Аква. Что дальше пойдем? Или у тебя дела? Нету. Иду на базу. Так, терку надо починить. Гихоги на 100% зарядил. Красавчик, чё? А интересно, один ёжик или могут двое сидеть и, например, заряжать? Один. Если второй поставить, то будет второй заряжать. Я имею в виду, оба сразу заряжают? Или... Ладно. Все сделали, можно идти. Угу. Инкубатор. Стилет гарпун, капсула с эссенцией пала. Извлекает эссенцию из нескольких палов одного вида и объединяет их с два улучшенного пала более высокого ранга. Подожди, то есть как бы, короче, я перепутала, да? Инкубатор это не то. Или что это, блядь? Не знаю, да, поставь. Короче, я не понимаю, что это такое, но 6 из 5 деталей она стоит. Ну ладно. Ладно, я поставлю. Деталь тоже не проблема. Ну-ка, блин, что это такое? Я не очень понимаю. Бля, понятно. И куда? Пипец, и куда ее ставить? Ну, придется здесь. Нет, здесь ее постоянно ломать. Надо дальше от налетов. Наверное, придется вот здесь поставить. Вот тут поставлю. Угу. Пипец, здоровенная балдура. Ставь не камни, а, не знаю, вот так поставь. Да вот так вот.
Ого, ого. Сколько? 5 минут? Да нет, сейчас мы всей нашей семьей, Тимой. Семьей. Семья. Что-то сделала внутрь. Да и ладно. Такие все радостные там делают. Особенно эта розовая. Этот колдует, короче. Да. Ну-ка, меню. О, ну-ка. Короче, пал для эссенции. Сейчас. Пал, превращенный в эссенцию, исчезнет. А, вот эти эссенции, на которых можно прокачивать. Это что? А, вот это эссенция? Ладно, короче, я сейчас рандомного толстокожа вот этого засуну туда, допустим. Включить эссенциатор. Еще нужно. Дист. Ага, нифига, их тут надо набить. А, у меня же есть вот тут. Разных нельзя, походу. Можно. Ну-ка, нажми. Нет, нельзя. А, только одни. А, блин, а я всех продала одинаково. Ладно. Пойдет Руби. Два. У тебя есть Руби? У меня Фокс Паркский есть. Да, я попробую, у меня их много. Давай, Фокс Парский засунь туда. Их надо много. Я. А, и он, короче, у тебя Фокс Парский вот этот. И он у тебя будет улучшенный написан. А, вот написан, вот смотри. Ну давай сделаем, попробуем, посмотрим, хоть что из него получится. Хорошо, давай. Тыкай. Левел 2 будет. Ага. Эссенция получена. Благодаря жертве собратьев пал стал сильнее. Ткни на него. Да, звездочка стала. Так, и что она дала? Ну, у него статы больше, это максимально. Блять, как вот это вот улучшать? Вот это вот огонь один, блин, рубка один. Как вот это улучшать? Возможно, это не улучшается, это пассивки. Ну, то есть, это конкретно пал. Так а смысл тогда вот это улучшать? Атаку, блять, ну... Ну как? Я бы, например, сейчас, получается, буду стараться ловить вот этих чевриков и вот этих. Так получается, улучшать есть смысл только боевых, а вот этих вот, вот этих пизденышей смысл? Имеет смысл, потому что у этого... Подожди. И что у него для дома? Видишь? А, защита, атака и максимальный удар. Ладно, окей. Окей, окей, окей. Единственное, только дом защищать. Но это, я так понимаю, здесь показывается максимальный... Для уровня моего текущего или вообще для максимального этого? А, смотри, огонь с рук тоже увеличит. Котов надо наловить. У них увеличивается вот эта штука. Каких котов? Вот этих, которые максимальный вес. Лучше тогда не котов, а... Я не знаю, лунарисов? Где ты их найдешь? Сейчас тебе скажу, где я найду лунарисов. Или как их там зовут. Сейчас тебе скажу... Блин, вот бы поиск был. Лунарис. Знаешь, где он живет? Неизвестно. А ночь выбери. Да. Значит, пока есть. Он у меня появился от скрещивания. Поэтому... Непонятышей. То есть, блин, это, короче, его надо высиживать по ходу дела. Блин, а как? Как интересно... Большинство владельцев этих палов лишь думают, что подчинили их себе. Так откуда у меня тогда 3 их? Ладно, короче, потом разберемся. Короче, нужно 5 палов одинаковых. Одного ты вставляешь, других ты выбираешь для улучшения. Ну, короче, 4. Один твой, а 4 расходника. Угу. Блин, а я всех продала! Так я тоже. А, подожди, у меня этот эрмург. Я эрмургов наловил, могу. Кто это? Вот эти, которые... Полет на эрмурге будет 2 уровня. Так, у меня никого нету. Лучше. По типу. Да.
А, у меня есть бабочка. Можно альфа-бабочку улучшить, только и смысл какой, ну-ка. Непонятно. Пал стал сильнее. Все, он стал сильнее. О! Милпаку. Знаешь что, я хочу милпаку сейчас улучшить. Сейчас я в Гонзо заберу вот эту милпаку. Да блин! Интересно, полет улучшен. В чем прикол его? Ну-ка. Ну, наверное, расходник энергии может меньше. Быть. У зефира тогда нужно ловить. Выбираю вот эту милпаку. То есть первого я выбираю, кого я улучшаю, да? Да. А дальше я наполняю. Получается. И что у меня получилось? А ничего не получилось. Почему? Ну, в плане, что оно... А, шерстяной дождь. Шерстяной дождь 2. Второго уровня. А шерстяной дождь — это херня. Ну, в плане, что... Ладно, у меня все равно это милпака для... Ну ладно, по крайней мере, хоть имеет смысл теперь ловить больше, чем... Ну... А, передвигаться по земле. Иногда оставляя за собой шерсть, если прикрепить постройки, пастбище для скота. Так и чё? Ладно, короче, иди пасись. Да. Это что такое? Где? Милпака. Восьмого милпака. А, это не наша милпака. Не бежит она. В смысле, просто пришел, что ли? Я не понимаю. Нет, это наша милпака, только... Они, блин, просто ходят. Блин, нам нужно срочно этот, как его? Металл найти, чтобы седло сделать, посмотреть, имеет смысл вообще вот этого летуна, который крутой, качать или нет? Это надо в другие биомы идти. А может, ну, пойдем? Пойдем. Так, у меня вроде все в порядке, все починено. Ну, тогда сразу отсюда я пойду. Брончери Аква. А в другой биом это куда? Вверх. Там, по-моему, ледяной биом. Ну ладно, давай вверх. Вот давай вот сюда протанемся. На самый верх. Слышь ты! Совсем охерел? Так, а ты... А, все, я понял, ты где? Я чуть ниже протонулся. Да. О! Эти бристлы сейчас... Пипец, Арбалет, ты чё такой впритык, что ли, тебе нужно? Не Арбалет, не попадает. Я попал. Изика зелёнка есть. То есть, короче, если летунов улучшать, то они, наверное, как-то и летают лучше. Потому что у них вот этот вот штука, которую ты качаешь, это... Полет. Здесь была зеленка, где она? А, вот она, нашла. Чем? Так, где зеленка, ты говоришь? Ну, где я? Ага, вижу.
Блин, 3 часа надо идти в магаз. Составишь мне компанию? Составишь, конечно. Стражник, бродячий торговец. Ух ты. А ну-ка. Ай, 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 я идиот, блядь, я выстрелила в его стражника. Я, блин, бродячий торговец, сейчас мне наснется. Я кретин. Я просто увидела челов и думала, они на него напали. Торговец пришел. Я надеюсь, ты не меня бить пришел. Конечно же, меня, блядь. Ладно. Сваливаешь? Да. Отзови своего. Так, надеюсь, они на меня не будут. О, Сера. Где? Там много ее или один камень? Один камень. А, блин. Если будет, например, 3 камня... Хотя нет. Поставлю метку, что здесь сера. Ну-ка, торговец, надеюсь, ты не агро. А я не могу с ним, потому что он в режиме атаки. Ну и хрен с ним. Все равно он продает, скорее всего, все тот же мусор, который и те челики. Блять, о, за ним идет Масанда Панда. Короче, они нас сопроводили аж до сюда. Придется их убить. Ну ладно, проблем нет. Они, конечно, очень круто вооружены. Ну-ка, бродячий торговец, что с него выпало? А ничего с него и не выпало. О, патроночки для штурмовой винтовки. Один. Почему, интересно, вот у них полюбас дофига этих патронов, а мне выпал один. Ну, чтобы... Будешь пробовать? Да. Сейчас я постреляю по нему. В голове. Убирай. Поймала. О, дай бигр-то поймаю. А, угу. Сейчас. Разобрала. Их там куча. Оно что, взрывается? Ничего себе. Жесть. Я не знала. Ну да, типа пчелы, поэтому. Поэтому взрывается? Не помню, чтобы пчела взрывалась. Ну, она, пчелы же, если атакуют, умирает обычно после атаки. А. Тут есть дерево. Я вижу залипушку, она прям вот, прям рядом. Бегу. Сейчас соберу с дерева. Угу. Соба. Залипушки. Вижу. Блин, почти горизонтально летать. Блин, короче, этот пистолет, он вроде норм, а вроде говнище. То есть, как бы, механика, ну, ты, что он делает, это... Это, так сказать, я уважаю, что он делает. Перебью еще одна рядом залипушка. Лети ко мне. Где? Вижу. Блин, далеко.
Так, взлетаем повыше. Так. Сколько там написано? 14-15 минут. А, ну все, тогда через 15 минут мы. Ладно, я схожу. Ну что, сиди тогда, я схожу. Нет. Ладно, сиди, я схожу. Нет. Ну ладно, если ты вы это желание заявил. Ой, зелепушка. Да случайно, прям вот случайно ее увидел. Да блин. Блин, если эта сраная курица бы еще поднималась в воздух. Где? А. Я прям случайно увидел. Ой, там какой-то каньон, Гранд Каньон. Ага, там красиво. Ой, знаешь, что я напомнил этот Форест? Помнишь, тоже такая вера? А, да, там было такое. Блин, там босс, наверное, какой-то. Где-то здесь телепорт должен быть. Да, там босс Вайлд, 38-й, мы его не убьем. Так, портал, ты видишь? Вон он, вижу, он в кустах. А, все, тоже увидел. Десант. Я не думаю, что мы убьем этого челика. Не, давай попозже к нему придем. Мы его отметили. Хотя он 32. Все здесь. Я бы здесь базу сделала свою. Но видели, идти близко нельзя. Давай еще инкубатор поставим, пусть его влияет. Да, давай. Я бы поставила штук миллиард, например. Так, теперь из этого... Так, взлетаем, смотрим. Вижу зелепушку. Ух ты, как красиво. Вижу уже две зелепушки. Летишь ко мне? Да. Еще вау. Две. Вот бы фут убрать. Так. Пещера, можем пещеру сгонять. Вдруг там есть бамбук. Кстати, бамбук, интересно, рубится? Нет. Нет. А, не рубится. Урон. И что с него дают? Древесина. С травы или дерева. Ладно. Пойдем в пещеру. Пойдем, да. Попробуем. 29-й босс. Я думаю, мы его забьем, потому что у нас 31-й. Я думаю, на Лизе не заметим. Сейчас надо приготовить. Порую. Успела? Серы нет. Зато уголь есть. Сейчас пойду наколочу. У нас еще паузиум кончается. Паузиум? А, ну блин.
Блин, не того, не того зову. Вот этого. Да. Так, бегу. Вы бы какой-нибудь, я не знаю, трехзарядный арбалет. Такой, знаешь. Или какой-нибудь, не знаю, там. По типу лука, который был тройной. Есть отравленный арбалет и огненный арбалет есть. Единственное только... Ну, типа... Непонятно у них. Ну там нет, обычные стрелы, просто он их сам поджигает. Нет, стрелы-то понятно. Я имею в виду, что урон. У него базовый урон больше или как? А, ну короче, смысла пока нам нет, потому что мы все равно ну, нашли лучше, синий. Да. Так что те будут ну, хуже. Блин, по потолку полезу. Как ты в прошлый раз. Наверное, босс это сюда. Адепт. Говноед. Адепт за говноед. Так, где вы? Это тупик? Я не хочу. Блять, да, это тупик. Обратно. Обратно это куда? Мы пришли отсюда, значит, можно попробовать сюда сходить. Нет, здесь просто сундук. Добро. Ага. 100 рублей, хлеб и гигачадная сфера. А как? Правило правой руки. Я уже заблудилась. Так. Ага, все, это коридор, в который мы пришли, все поняла. Придется нам, наверное, вот в эту заросшую дыру идти. Это мы оттуда пришли. Из заросшей дыры? Да-да-да. А, значит, получается, нам вон туда. Заспавнились эти бигарты. Я уже их игнорирую. А за них опыта нормальный, 1900 моим. А, на убийство? Да. Просто убить. Это так долго. Где мой петух? А он тебя застревает. Я тут это... Я поэтому наземного здесь ждал. У меня нет наземного. А, нет, есть, который дает вес, но если он умрет, он будет давать мне вес? Нет, наверное.
Ловлю. Петух что-то не хочет работать. Работу. Ну, допустим, выберем, который ходит. Не, подожди, здесь тоже ничего нету. Да, еще один проход остался. Где? Сейчас. Вот будешь идти, и проход направо. Сказал, мы оттуда пришли. Нет, ты пошла налево. А, ну да, там, по-моему, еще одна заросшая дыра. Откуда брать серу? А, скорее всего, он в жарком биоме будет сера. Ты это каждый раз повторяешь. Но я не знаю, может быть, там и не будет ее. Нет, это... предположение. Здесь тоже есть дыра, а есть проход. Блин, ладно, пойдем сначала в обычный проход, потом в заросшую дыру. Сейчас здесь этих кучек много. Ладно, ползем. Я пока просто схожу, посмотрю. Да, короче, в проход... не в заросшую дыру, это к боссу. Тогда ты сейчас куда? Я еще здесь нахожусь. А. Сбегаешь в заросшую дыру, вдруг там будет... Как его зовут? Сундук? Прям. Один из ваших палок голоден. Ну, ешь тогда. Взял, поел. Нет. Ты пошла в заросшую или не в заросшую? Не в заросшую, а ты сходи в заросшую, посмотри, может быть, угу. Там есть... Блин, босс прям пришел в дыру, смотрит. Вон, смотри. Пялится. Он еще и стрелять умудряется, козлина. Ой, отсюда можно и почикать. Это большой мотыль. Где там у него точка крита? Пойду тебя. А здесь лун-пун. Заросший дыре? Да. Был там сундук? Лэббит, кто это такой? Нифига, близко, понятно, близко. Какой-то симпотный чел. Нам близко не подходи, они. Да, есть сундук. Как интересно, хпшки восстанавливают здесь. Как минимум. А! Прикинь, я думал, он поймался. Аптечка есть. Ну, кровать точно восстанавливает. Я имею в виду, вот ты бегаешь в бою. Аптечка, например, есть. Кровать, ты же не побежишь сейчас спать. Блин, я попила кофе, теперь мне как будто в рот насрали. За босс какой? Бабочка. Большая. Убьет меня нафиг, наверное. Ну, ты там поаккуратнее, не надо у нее под носом бегать. Может, вот отсюда можем постоять, пострелять. Смотри, видишь, она там зырит в дырочку. Вот туда кинь своего челика и просто вот так стой, и он сам разберется с ним. Вот
не подохнет. Так, она там что-то... Это маленькая. Нет, это босс. Это босс? Это босс. Блядь. Тогда беги, на стену залезай. Маленький босс. Вот вот чел откидывает его. У меня ворона застряла везде, где можно. А, все, он сдох. Лут упал вниз, блядь! А мне ничего не дали. Он вниз упал! Я вижу. Весь шмот! Сука. Понятно, ладно, просто теперь только на арене. Блядь, там мед и... И детальки, наверное. И детали, да. Здорово. Боже. Как он вообще сюда... Подожди, мед достал. Да? Мед 2. А, это, наверное, я с простого собрал. Да, это с простого, там валяется все. Да. Где я? А, ладно. Ты собрал этот? Сунок-то взял, конечно. Шмотку дали это. Белье защиты от холода тебе дать? Ну, нет, спасибо, не надо. А у тебя есть? У меня вообще никакого белья нет. На, возьми. Просто пусть в слоте будет. А, в аксессуарах. Ладно, спасибо, конечно. Но... Так. Ого, смотри, дырка открылась почему-то, у тебя тоже. Да, это там Вердаш сидит. Вердаш. У меня вот такая фамилия была. Пойдем долетим до туда. До куда? До Вердаша? Да, ну там точка. Давай. Долетим. Нашли, когда летать ночью. Что не так, зелье пушки зато видно. Хотя одну пропустили, блин, прям рядом. Вернись чуть-чуть. Не хочу, лень. Ладно, отметь тогда у себя. Потом отмечу. Этим. Сейчас, я ее подберу. Ты у себя ее отметь там. Вон, смотри, сколько у тебя зеленых. Да, я знаю. Вот, Ксюш, отметь у себя. Да, блядь, мне неудобно это делать. Я не знаю, мне от чего отмечать. Этим... И что, я потом через 10 минут я забуду, что это, блядь, значит. Но зато будешь пролетать к ним, блин, вспомнишь. Блин, где тьма? Это ты где? Здесь. Ты мол, фиг, там чехарца. Я думала, ты за мной идешь. Я далековато от тебя. Ну вот я здесь стою. Вот это... Блин, пипец, взял? Они прям рядом все здесь. Взял эту хрень? Да, я отметил. Отметь у себя тоже вот здесь. Где я. Ты вот здесь, на холодной локации сидишь? Я на стене, я внутрь не полетел. Прям на мне, отмечай коробочкой. Здесь просто они, я мимо лечу, и они прям вот, вот еще одна прям. Вот здесь, сюда надо еще. А где я сейчас стоял, ты взял там, да? Вот здесь, я отметил коробочкой. Вот где я стою, отметь. Сейчас. Еще одну. Угу.
Так, отметь. И ты отметим себя. Где я стою. Еще одна там? Да. Она прям рядом. Вот видишь, прям рядом. Отметила. Здесь панды здоровые сидят. Блин. Мертвая? Нет, не мертвая. Он еле встал. Что с него падает? Грипп и кожа, ясно. Очень полезный. Отметь звездочку у себя. Я здесь, и у меня отмечено. Отмечено? Да. Ага, вон она. Ты. Ой, блядь! Что там было? Да это хуета, блядь, ко мне подлетела и, короче, как бомба вокруг меня. И от нее даже не убежать было. Так, блядь, сейчас поплатишься, мразь. Кого там ловишь? А, пчелу какую-то здоровую. Элизаби. Панда. Будешь панду ловить зеленую? Здесь ходит. Я пока в голову не стреляю. Сейчас портал открою. Вдруг. Да, поймаю. Так, все, подожди, пока не стреляй. Это он с первого раза поймался, да? Нет, со второго. Залипушку вижу в водопаде. Ага, я тоже. Поймал, спасибо. Боже, мои глаза. Будем бить босса вот этого Вердаш. Вердаш это который, по-моему, Наруто. А, обезьяны! Я хочу обезьяну поймать, вот эту прикольную. Я пока портанусь. Домой расстарюсь. Thank you.
Поймала Макакича. Нет, по-моему, не ловил сейчас. Нет, я говорю, я поймала. А, поймал? Да. Ну все, можно попробовать. Смотри, что он умеет. Если я его еще найду. Да, подожди. Макакич умеет ничего. А, нет, транспортировка 3, рубка деревьев 2. Короче, там, где дерево. Да, и ручная работа 1. Там поставить, где он будет фармить дерево. Пробуем, да? Угу. Захожу. Тоже готов. Наруто. Блин, вот этого Наруто надо поймать обязательно. Это босс Наруто, это, конечно, норм. Фиг он там ногами машет. У тебя нету Наруто, да? Нету. Будешь ловить тогда. Угу. А, у него что-то... Это слепота накладывает. А. Все, убираю. Убираю. 1,7? Это вряд ли. У меня 6% было. Да почему у тебя так много? Можешь мне объяснить, почему у тебя так много? У меня 1,8. 1,78. Почему у тебя 6? Не знаю. Ты какого? 33 уровня? Я 33, да. Мне кажется, я его не поймаю. Ну, постарайся. Блин, только сказал, мне кажется, его не поймаю, и сразу поймал. Ну ладно. Я не могу понять, почему разница, у тебя... Разница в уровне. У тебя тоже здесь что-то взорвалось? Нет. Ты думаешь, что если, типа, короче, на 33-м я приду, у меня тоже будет столько процентов? Наверное. Ну, я больше подозреваю. Вряд ли. Так, ладно. Я домой. Да, я тоже. Я тогда Наруту в общак положу. Да. Вместо кого там поставить? Собака сдохла. Давай вместо... Ну вот, я уже убрала собаку. Угу. Хилиться. Почему она сдохла? Она застряла где-нибудь. Ну, значит, так ей надо. А где наш другой Наруто? А, он тоже сдох. Я его... Сейчас я его положу. Он просто сдох, и я пошла его хилить. Так, Олени, что вы здесь делаете? Вместо кого тогда второго Наруто поставить? Бойкий садист. Три рука, один, три, два вместо вот этой штуки. Все. Почему они выкидывают ремонтный набор? Они их берут, блядь, и на землю кидают. Идиоты. Распаковка. Еще. Гуси, еще один гусидо вылупился. Распаковка. Что там еще, да, этих поставить? Да поставь еще две штуки. Есть же еще ставить? Ну, посмотрим. Да, как раз две.
бутеры не делаются. Блин, бутер захотелось резко. Ставлю бутеры делаться. Тут чуть чинит. Слушай, может эту каменоломню просто посерединке сделать? Сквозь нее все равно ходить можно. Вот здесь я ее поставлю. Или хотя бы вот здесь. Хотя бы вот здесь. А чё, чё, они, видимо, близко, да, близко подходят и застревают. Сейчас, подожди, доделаю. Скажу, куда поставить. Это пока поломаю. Какой у нас камни? Нам точно нужна каменоломня? Да, потому что у нас камень уходит на стрелы, на... А сколько у нас сейчас камней? 999. Тысяч? Нет, просто 999. Можно было округлить и сказать, что у нас 1000 ровно. Вот так просто поставлю. Кто вечно сюда, блядь, семена таскает? Вот здесь они не очень много бегают, и мы здесь не очень много бегаем. Вот здесь поставлю. Слышишь? Вот так, смотри. Вот. Где? Здесь? Да. Охуенно, очень удобно, блядь. То есть я, короче, постоянно хожу к ленте сюда, и ты поставил посредине эту сразу. Блин, тебе вот контейнер не мешает. Ты не говоришь, что сквозь нее... Ой, тьфу, ты сказал, что сквозь нее можно ходить. Вот, нет. Я прошел. Ой, я не могу, видишь? Слушай, Ктюш, вот так можно сделать. Мне неудобно здесь. И летать ты все равно вот так будешь. Мне неудобно, знаешь, где поставить? Там же, где оно и стояло. Нет, они там залезают на камень. А здесь, блядь, они не будут залезать. Ну, может, они пытаются с другой стороны подойти, и все. Так, а вот этот чел что здесь делает? Я хотела поставить челиком эти ускорялки работы. Тринадцать цветочков. Ну что вы стоите? Деревья. Я, наверное, пойду поставлю там деревья. Деревья добывалку. Или нет? Нет, лучше, наверное, здесь, потому что нам же здесь в основном надо. Поэтому, наверное, придется здесь поставить дерево-добывальщик. Угу. Где же это сделать? Конечно, надо, блядь, посредине. Блин, тут загон. Я с ним. Ну, типа... Ну, не знаю, если размножаются такое же говно, как и мы ловим, нам проще пойти и наловить, чем сидеть и размножать их. Это... Ну, можешь почитать? Я, блин, читала, пишут, ой,
типа размноженный, такой супер крутой, статы крутые. В итоге, блядь, хуета, что его предки, блядь, вольный народ, что он размноженный домашний цветочек, такое же дерьмище. Распаковка. Вылупился Дази. Кто? Облачко вот это. А-а-а. Распаковка. Распаковка. Поставил новое яйцо? Да. Я не вижу, пустой. Я в этот, в ящике был, да блин. Я поставил. Я бы вместо вот этой херни поставила бы дерево. А эта штука, ну типа, зачем? Ну хочешь, поставь, всегда можно. Ну-ка, она дорогая, ее заново строить. 100 дерева. Поймали. Оно в производстве? Мам, поставь, пожалуйста, дерево добывку. Угу, сейчас. Знаешь, куда? Блин, удали вот эту хрень отсюда. Убери. И вот на ее место поставь дерево добывальщик. Так, а это у нас что делает? Это делает... В окно. Вот эту, где я стою. Видишь? А, все. И в другое место просто перенеси. Плиз. Да, я... Сначала дерево туда поставь. Теперь нам... Блин, надо думать... Надо думать теперь этих деревододобывальщиков. Да вон там сейчас. Там, по-моему, кто-то есть. И волокно. Волокно тогда поставь. Удали вот эту, ну, просто их подвинуть рядом, вот так же, как они стоят, только повернуть надо, чтобы он не сзади подбегал. Выбери, разверни ее вот этим хвостиком, да, вот так, вот, да, вот так поставь, и теперь другую, да, не знаю, к какой стороне там подходит. О, нет, с другой стороны. Вот так. Ну, поставь вот так, да. Вот так все ставь. Я надеюсь, я не буду застревать. Проверим. Так, допустим, волокно поставим. Вот так вот, 4 штучки. И поставим... муку. Допустим, 5 штучек. Но волокно делается. Мука тоже делается. Они, ну, как надо подошли к ним. Блин, смотри, маленький Наруто и большой Наруто. Угу. И оба М. Сейчас, я хочу их... Этот... Пиздюк. Блин, ну... Мой пёс Дюк. Голоден, холоден. Ладно, давай паузу сделаем. Давай.